I'm so grateful. Я настолько благодарен. That God lead me to Narva. Что Бог направлял меня в Нарву. I've said it before. Я говорил прежде. And I say it again. И я еще раз хочу повторить. And I will take a very strong word. У меня есть сильное слово. That you here. Что вы здесь, поместная церковь, is the church of my heart. Это церковь моего сердца. This is the church of my heart. Это то, что в моем сердце. I have a church at home. У меня есть церковь, конечно же, дома, где я живу. That I'm a member of. И я член той церкви поместной. But you are my church in my heart. Но вы церковь в моем сердце. And I'm so glad that God opened this door to Narva in May. И я так благодарен, что Господь в прошлом году в мае открыл мне двери в этот город Нарва. I'm 58 year. Мне 58 лет. And I have longing after this task, this mission. И я на протяжении долгого периода искал вот это вот служение, просто ездить, миссию. All since I've been a Christian. На протяжении долгих христианских лет. And it's 36 years ago now. How many? 36. 36. 36 лет как христианин я искал служение для своего сердца. In 1978, и в 1978 году I was to Leningrad. I was to Leningrad. Я был в Ленинграде. Smuggling Bibles. И так вот с Библией маленькой. But the tool took me. Но раздавал Библии там, но таможня меня арестовала. But it was most struggling on this trip. И были такие неприятности в той поездке. But after some years, но на протяжении нескольких лет, I felt in my heart that I'm going back to this area. Что я вернусь в эту местность вновь. And I said to God, what shall I do in this area? И я просил у Бога молитвы, Господь, а что же я могу совершить и делать для Тебя в этой области здесь? And he don't give me a directly answer. He only said, "You're gonna go back to this area." Но Бог мне конкретно и просто только одно сказал, что ты вернешься в эту часть. And now, God give me Narva. И вот сегодня я осознаю, что Бог дал мне Нарву. And I'm so thankful to God for this. И я так благодарен Богу за это. And we see in Sweden how our organization Ship to Narva is growing and growing and growing. И у нас в Швеции есть организация Корабль в Нарву. И эта организация и служение растет, растет. И это по Божьей милости. И это только Божья милость, только Бог в этом. And pardon me. When no, it's a new part. It's never hard to get away. It's never hard to go to you. И знаете, это никогда не трудно ехать к вам. And all days since May. И все дни с мая месяца. I have you in my heart and in my mind. Я имею вас в моем сердце, в моем разуме, в моих устах. And what I believe, the point is what I'm going to say is going to be very short, I think. Я верю, и есть определенный смысл в том, что я сейчас расскажу. It is that love I feel from you. Я получил и почувствовал вот эту вот Божью любовь через вас. And that love I get to Narva.
И эту, и эту любовь я хочу употребить для всей Нарвы. It's a God's gift. Это Божий дар. And I'm so thankful for God for this. И я так благодарен Богу за этот дар. And when I would get sick in January. Когда я был болен в январе. Some of you know that I get sick, you get into hospital. They thought I have a heart attack. Кто-то из вас уже слышал, я попал в больницу по причине инфаркта. It was no heart attack. Но знаете, я думаю, что это не было сердечным приступом. All things was good. It was my stomach who broke down. Все было нормально с сердцем, это была проблема с желудком. But I felt your prayers. Ну знаете, все равно я чувствовал ваши молитвы за меня. When I was sick. Когда я был болен. Был. А? Yes, yes, yes. But I felt your prayers. Many people pray in Sweden. Yes, I know, and I know that you was praying here. Я, конечно, знал, что много из в Швеции там молились за меня люди, но я чувствовал также молитвы от вас. But something happened in the hospital. И нечто произошло в больнице. When I was the ambulance come and took me into hospital. Когда скорая помощь приехала ко мне домой и забрали меня в больницу. They thought I have a heart attack. И, конечно, у меня был какой-то сердечный приступ. And when your heart get pressure on your breast. Когда у тебя сердечный приступ, это как давление на твою грудную клетку очень сильное. You must call ambulance in 10 minutes. И когда ты получаешь такую боль, ты должен хотя бы минимум как в 10 минут, в течение 10 минут позвонить скорой помощи и вызвать ее. But when I called the ambulance, но когда я позвонил в скорую помощь, it got 5 hours. Это прошло уже 5 часов. So the woman I talked to on SOS. И когда эта вот женщина, которая была по телефону, которой я позвонил, she said 5 hours. А вы что, 5 часов прошло уже? I send an ambulance directly to you. О, я посылаю срочно вам скорую помощь. But that was just. Now I come to the point. When I was in the emergency room. И когда я находился в такой в скорой палате такой вот уже. The door was open. И там дверь была открыта. And it come a strange peace. И знаете, такой необычный мир пришел ко мне. I never felt that peace before. Я никогда не ощущал прежде такого ощущения. And in the doors it come 3 angels. И это как 3 ангела зашли. And I'm be honest to you what I said. I bit a little scared. И знаете, честно признаться, я был даже немножко напуган. And I said to them, what do you want? Я сказал ангелам, что вы хотите? And they said to me, if you want. Они сказали, если ты хочешь, you can follow us to heaven now. Ты можешь на небо сейчас пойти. If you don't want, если ты не it's хочешь, okay. Ты можешь оставаться на земле. But you have a choice now. Но у тебя есть выбор сейчас. But I felt in my heart that no, it's not time yet. Но я почувствовал сразу же мгновенно в моем сердце, что нет, еще не время. I will have some time more on earth. Я должен иметь еще немного времени на этой земле, чтобы работать и трудиться для Бога. To do his work and совершать его дела. And work for him on earth. Делать его дела на этой земле. And it was very strong to see these 3 angels. И это было настолько сильным видеть 3 ангела. And the big light from the door. The heaven was open. Сильный свет через The gate to heaven was open. Это как дверные врата рая были открыты. But they say, okay, we come later in your life. И я сказал, хорошо, я попозже пойду к отцу. And I'm very thankful that God gave me that choice. И я так благодарен Богу, что Бог у меня предоставил такой выбор. And this has been a very strong feeling for me. Это особо сильное ощущение такое я пережил. But what I will come to with this talk. Но для чего я это рассказываю?
is what are we doing with our lives? Это о том, что мы хотим сделать в нашей жизни. And the main point of all this is. И самое главное. We must take care of each other. Мы должны заботиться друг о друге. It's so important. Это так важно. Today it's very important. В наши дни особенно сейчас это очень важно заботиться друг о друге. And I would say as a prophet in God's service. Это также важно, как в служении пророческом. It will come times when we must take more and more care of each other. So let us start now. Это придут времена такие, что мы должны еще больше и больше взять ответственность, заботиться друг о друге. If you felt you should pray for your neighbor in the bench, ты, конечно же, for example, для примера, ты можешь молиться за своих соседей. Do that. Совершай это. If your neighbor in your home, если твои соседи в твоем доме, need sugar. Нужен сахар. Give him, дай им сахар. Give him or her that. Дай то, в чем они нуждаются. Share with each other. Делись с каждым. And take care. И заботься. And when you get sometimes it can't come in your head that you should call a person or visit a person. Иногда тебе приходят такие мысли в разум, что ты должен кого-то навестить или позвонить кому-то. Do that. Соверши это в своей жизни. That is part of God's work to spread out His kingdom. Это одна из частей служения Бога, который хочет созидать свое царство через тебя. He don't want a church always sitting down in the benches. Он не хочет, чтобы мы просто здесь на скамьях сидели просто как церковь. He wants us to go out to our city, to the people. Он хочет, чтобы мы выходили и служили вне церкви для Бога. Or to the world. И не только в наших соседях, в нашем городе, но по всему миру. Может быть, ты здесь сидишь, но ты чувствуешь в своем сердце, что тебе нужно лететь в Южную Америку и служить там. Если ты это чувствуешь, покупай билет, лети. Especially if you have it for a long time. Особенно если ты имеешь это долгое время переживания в своем сердце, что тебе нужно это совершить и ехать куда-то. So don't rush away now and buy a ticket to South America because I have said it just now. Конечно же, ты не должен встать там бежать покупать билет, потому что я это сказал. Нет. Я просто дал как пример. Man, perhaps it is someone of you who has felt this for a long time that I should go. Но кто-то из вас, я чувствую, что есть такие люди, которые уже долгое время чувствуют, что нужно мне это совершить, служение Богу, куда-то поехать. And I'm going to say something about I have in my heart. Я хотел также поделиться тем, что сейчас я имею в своем сердце. I don't behave myself. Wow. Я, знаете, я не такой, не горжусь там, не пижоню. But I felt in my heart for a long time that I will meet Putin. Huh? I have felt for a long time that I will meet Putin. Я чувствовал очень долгое протяжение времени, что я должен встретиться с Путиным. How it's going to happen, I don't know. И как это случится, я не знаю. But I felt in my heart I will meet Putin. Но, знаете, я чувствую в своем сердце, что я встречусь с Путиным. And exactly like me that is for me as a person it's no. И для меня, знаете, это не та личность, с кем бы я очень хотел встретиться. I cannot call and say, hello, Mr. Putin, I want to visit you. Will you please set on the coffee? И, конечно же, я так не буду делать. Звонить ему. О, господин Путин, привет. Хотел бы кофе попить с вами. Когда мы это сможем сделать? No, God will open the way. Я думаю, что Бог
But он открывает двери. But I felt it in my heart. Но я чувствую в своем сердце это. But I will see Mr. Putin. Что я встречусь с ним. But it happens when it's God's time. Но это произойдет тогда, когда будет Божье время. Why will I meet Mr. Putin? Но для чего встречаться с господином Путиным? Because he's not so tall. He's not so long as I am. Он не такой высокий, насколько я высок. But he's very powerful. Но у него есть сила. And a hard person. И сердце. И он такой крепкий. But inside this shell. Но внутри за этим щитом. There is a heart. Есть сердце его. And that heart. И это сердце. Will God meet? Нуждается в Боге. He is only a human. Он просто человек. Like you and me. Как ты и я. He is nothing else. Ничто больше. He have a big position in the society. У него высокая позиция и власть. But he is only a person. Но он просто личность. And he has his worry. У него также есть переживания. And God will meet him too. И я верю, что Бог с ним встретится. And the golden rule in the Bible. Do you know the golden rule? Знаете, такие, где есть золотые дороги в Библии написаны? Is what you want other persons shall do to you. Это прообраз того, что ты бы хотел в своей жизни получить, то ты должен совершить для другого человека. You shall do the same to them. Ты должен делать то же самое им, что хочешь себе. Так же поступать. And therefore, I'm so thankful for your prayers when I was sick. Поэтому я также благодарен за ваши молитвы, когда я был болен. So I can be here today. Что я могу быть сегодня здесь с вами. With the team from Jesus for Life mission boat. С миссионерского корабля «Миссия жизни», вот, со Швеции. And with your and with our prayers. Со всеми нашими молитвами мы желаем также делиться с вами. God can open the door to Mr. Putin. И я верю, что Господь откроет мне дверь к Путину. And therefore, we need each other. А для этого мы также нуждаемся друг в друге. I have a gift, a prophet gift from God. И у меня есть такой пророческий дар от Бога. And I have a privilege and stand on stage and talk to you. И у меня это большая привилегия стоять здесь на сцене пред вами. But without your prayers. Но знаете, без ваших молитв. I can do nothing. Я ничего не могу. I need your prayers. Мне нужны ваши молитвы. I'm only a servant. Я старый слуга Божий. And I'm also human. И я также человек. And I need you. И я нуждаюсь в вас. Give me a hug too. Обнимите меня также. Clap on my shoulder and said. Обнимите и похлопайте меня по моим плечам. Спасибо. Because without you, потому что без вас, I can do nothing. Ничего не могу. I can do some. Okay, I can do a little. I can do, but. Я могу что-то, конечно. My body will break down and. Но знаете, усталость придет. So please. Поэтому, пожалуйста. Carry me. Заботьтесь. In your prayers. О молитве, в молитве обо мне. Вспоминайте меня о молитвах своих. And so we belong to a whole big family. Чтобы мы объединились в этих молитвах и были как настоящая Божья семья. Family. Божья семья. And we have families all over the world. И, конечно же, наша семья настолько велика, что она по всему миру. And we belong together. И мы принадлежим And друг we need другу. И мы to be together. Нуждаемся быть друг с другом.
What you want others shall do to you. Что как бы ты хотел, чтобы с тобой поступали, так и ты поступай с ними. Аминь. Аминь. Sandra will keep on. My people. Мой народ. You are my people. Вы есть мой народ. Just as God says, потому что you are так his people. Говорит Бог. You вы are my мой people. Народ, говорит Господь. Aloha. И я люблю вас. And God bless you. Бог благословит. I'm following up on what Brother Roland here is speaking, and I have something that God has put on my heart, and it's actually in the Word that. Я когда Роланд проповедовал, я также имел это в своем сердце, и у меня также есть из некоторых мест Писания из Библии, которые хотела также поделиться с вами. And it will go well with what Brother Roland just shared, because what God has put on my heart, it began yesterday while we were having service. Бог положил мне на сердце слово, когда мы проводили вчера богослужение здесь вечером. So is it okay if I share some of what's in the Bible with you? Хорошо, я поделюсь некоторыми описаниями из Библии. Конечно, можно. And before I do that, as Roland said. И я это сделаю, так как Роланд он также сказал об этом. We need you. Что мы нуждаемся в вас. So he needs to share his need of you with us. We need you. Мы нуждаемся в каждом из нас друг в друге. And we do need your prayers. И, конечно же, мы нуждаемся в ваших молитвах. So I want to take a moment and ask something, Pastor Vladimir. И могу я спросить на момент вас, Владимир? Can we please have your people pray for us? Можем мы просить вашу церковь, ваших людей помолиться за вас? So my brothers, my team. Поэтому я прошу моих братьев, моей команде. And would you people, just from where you are? Просто вы там, где находитесь, народ Божий, помолитесь за эту команду из Швеции. Это вот специальная такая организация, христианская миссия на корабле. Миссия «Жизнь». Please stretch your arms towards us and in your own prayer language. Прострите на нас свои руки и помолитесь за нас. Please pray for us. We need you. Yes, I will lead the prayer. Аллилуйя, давайте помолимся за них и благословим наших друзей. Господь, во имя Иисуса Христа мы приходим к Тебе в этой молитве, в этой утренней молитве, Господь, за наших друзей, которые имеют большое сердце для города Нарва, для людей в этом городе живущих. И мы просто благословляем их во имя Иисуса Христа. Благословляем их, Господь, от темени головы до подошвы ног. Пусть Твоя будет сила в их телах, в их духе, во имя Иисуса Христа. И пусть служение их растет, распространяется и делает и приносит Твои плоды, Господь. Плоды, Господь, души спасенных людей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем их, Господь, чтобы у них были финансы, чтобы у них была возможность приезжать чаще, возможность служить дольше и больше для Твоих людей во имя Иисуса. Благослови их семьи, их дома, Господь, потому что когда они уезжают, они оставляют семьи без их присутствия, но пусть Твое присутствие будет в их семьях, в их домах, Господь, во имя Иисуса Христа. И пусть их нужды, они будут восполнены во имя Иисуса Христа. Благословляем их, Господь, употребляя, Господь, пусть служение и помазание силы Духа Святого будет в их жизни во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Господь, за них. Честь Тебе и хвала нашему великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Давайте прославим Бога за этих людей во имя Иисуса. I feel that enemy will attack your health, will try to attack you in the future to stop you. I feel this in my spirit. The enemy will try to attack you, but God, we will pray and you will continue to do so. Я сказал, что чувствовал, что враг еще будет пытаться атаковать его здоровье, чтобы остановить его служение. Поэтому надо молиться за брата. Аминь. Они собирают всюду одежду. Такую очень качественную одежду привезли. Два микроавтобуса. И заботятся с любовью там, от всего сердца. Думают о нас каждый день. Знаете, это слава Богу. Поэтому мы we bless you, we love you, we bless you and we thank you. Аминь. Мы благодарим, мы любим и мы благословляем.
Это сестра из она из Гавайских островов. Из Гавайских островов. У них говорят алоха, то есть так здороваются и так пальцами. У нас вот так показывают, а у них вот так. Алоха. Алоха говорят. Так что мы приняли. Thank you. My people, thank you. Спасибо большое. And to all the prayers I say amen. И на все эти молитвы я просто хочу сказать аминь. Thank you. Yesterday the Lord gave me a word in the scripture of the book of Lucas. И в Евангелии Луки Господь мне показал одно место Писания, которое хочу также сегодня вам прочитать. The first chapter. Первая глава Евангелия Луки. In the first chapter. И в первой главе. And He gave me a portion of it, but since last night. Он указал мне это местописание, но особенно в прошлой ночью. He's expounded it in my heart. Он просто это открыл настолько ясно для меня в моем сердце. And I believe it's in time for us. И я верю, что сейчас это есть время. All of us. Для всех нас. And in the first chapter of Luke. И первой главе от Луки. Luke is talking about the birth of John the Baptist coming. Рассказано о том, как Иисус, Иоанн Креститель, он пришел. And how it came about that the angel. И, pardon me? How it came about that the angel of God. И люди думали, что это как ангел Божий. Visited Zacharias. И в это же время, как ангел Божий навестил Захария. And God expounded this chapter, the whole chapter for me. I don't know if we have time for it all, so I will kind of just brief it. И это меня так настолько коснулось, что это вот так вот вдохновило, это как вдохновило. Yeah. So, but it's the whole chapter of Lucas. Но вся глава от Луки. Do you want to read? Yes. All of it. Till 80. I That's can good. Do this. Not necessary. Okay. Меня пересыхает еще в горле. So I'll just expound on it. It's when Zacharias and his wife was Elizabeth. Когда Захария и его жена Елизавета, они жили, служили Богу. And they did not have children. И у них не было детей. And they were up in age. И они были уже в предклонном возрасте. And maybe they thought that they wouldn't have children. И они подумали, что ну такая судьба их. But they were good people in their hearts, and Zacharias was a servant of the church. Но в сердцах они были очень хорошими людьми, и Захарий был священником, служил в церкви, в храме. And one day he got called to go into the church to deal with the incense. И по жребию, как по обыкновению священников, он пошел также. And as I understand, they need to be very pure and very right with God to go into that temple. И чтобы войти в этот храм, это нужно быть настолько чистым сердцем быть, чтобы Бог тебя не поразил. Ты должен быть абсолютно святым и свободным от греха. So while Zacharias was in the temple, the angel visited him. И когда Захария был в храме, то ангел посетил его. And said, Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard. Ангел сказал ему: "Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. And your wife Elizabeth will bear you a son. И твоя жена Елизавета родит тебе сына. And you shall call his name John. И ты назовешь его имя Иоанн. And that this child would bring much joy and gladness, and God had a plan for John. И будет великий план для него, и он принесет радость и спокойствие и мир людям. And sometimes in our life there are many things that we desire, both of the need and both from God also. И часто в нашей жизни мы желаем также, чтобы And both from God, we desire things in our life and things from God in our life. Что чтобы осуществились желания, которые внутри нас, это желания Божьи также осуществились. And we wait and we think it's never going to happen, but we think we really want it and God wants it too. И когда мы получили слово от Бога, что вот такое желание есть у Бога, чтобы это произошло в нашей жизни, бывает
трудно терпеть и ждать это, когда же произойдет. And sometimes we get troubled and lose hope. Иногда мы попадаем в неприятности, теряем надежду. But I want to say. Но я хочу сказать. In the word it expresses. Что в Слове Божьем. That when we see the impossible or we think the impossible. Говорится о вере, что вера есть осуществление невидимого. For instance, Elizabeth, she was too old, да, she couldn't have a baby. И можно так смотреть, что на Елизавету, что она такая уже пожилая, что какие дети могут быть у нее, так вот мог думать Захария об этом. If there are any women who are maybe desiring to have pregnancy and they want to take it to God, we will pray for that with you. И еще one more time. If there's a family that desires to have children если, and they want to take it to да, God. Если у семьи есть желание, чтобы получить детей, они приходят к молитвам, чтобы попросить помолиться, чтобы у них были дети. Yes. We can pray with you about that. И если такие люди здесь сейчас есть, то мы также можем совершить эти молитвы за вас. Here in the word. И здесь в слове. The angel expressed that that child would be a blessing. Ангел, он рассказывал Захарии, что и этот ребенок, это будет благословение. And that he would turn many children of Israel. И что он возвратит сердца отцов детям. To the Lord their God. Пред Господом нашему Бога. And this is 17. He will also go before him. И предыдет пред ним in the spirit в духе and power и в силе of Elisha Илии, to turn the hearts чтобы вернуть сердца of the fathers отцов to the children их детям and the disobedient и непокоривым to the wisdom образ мыслей of the just праведников, to make ready чтобы представить a people, народ prepared for the Lord. Приготовленный Господу. Hallelujah, because Hallelujah. That is us, my people. Это мы. That is us, my people. Это мы. That is это us, для my нас people. Слово. Аминь. The hearts will be turned to the Lord to make ready. Что наши сердца, они обратятся к Божьим путям. You are a people prepared for the Lord. Мы те люди, которые Do you believe that приготавливаем in your heart? Пред Господом путь. Веришь ли ты в то, что ты именно тот, кто готовишь путь для Господа? Do you have God in your heart and know that He will do something in your life magnificent? Веришь ли ты, что Бог в твоем сердце, в твоей жизни, и Он может употребить тебя? If you don't believe it, I believe it for you. Если ты не будешь верить, я буду Amen. Верить вместо тебя. I have faith for us. У меня есть вера для нас. So, in this, I want to say that just as this ministry в этом я хочу сказать, что вот прямо сейчас в этом служении came as a vision, came as a vision пришло как видение from God. От Бога мне. And there was a seed planted, just as a child pregnant, a mother pregnant with child. Что есть кто-то already pregnant? Это прообразно, да? Это как бы, да, слово кого-то посетило, Господь, как, знаете, духовно забеременел. Mm-hmm. Вот кто-то есть такой человек, который имеет вот эту вот духовную такую беременность. It is so wonderful that just like Zechariah, это так прекрасно, это как в этом послании, как Захария, он также получил это в свою, как веру. Как забеременел духовно, поверил в это. While he was in the temple, и когда он был в храме, the people, что вот народ, were outside of the temple, который был вне храма, and I believe they were also praying for him. Я думаю, что они также в молитве стояли за него. That he would come out of the temple. Что он выйдет из храма with something marvelous from God. С чем-то неописуемым от Бога для народа. And we don't know how long it will take for God to bring those things that we desire, that we want of Him. И, конечно же, мы не можем знать, насколько долгий период занимает времени, когда Бог может ответить нам или сказать нам что-то.
But I pray, people, be prepared in your heart. Но я молюсь, чтобы мы были всегда готовы в своем сердце. That God will continue. Что Бог продолжит. To reveal. Являть. And to bless. И благословлять. Your pastor. Вашего пастора. Your leaders. Вашего лидера. Your intercessors. Всех других служителей. The workers here. Которые трудятся и работают здесь. And you folks also who are praying and desiring more of God. И те, кто молятся и желают переживать силу Божью. So just as Zechariah. Просто как Захария. Needed those people outside praying. Я верю, что те люди, они ожидали Захарию, когда он выйдет, и молились за него. This house of God and your community. Это как Бог, он, знаете, ваше общение. Need you to stand. Он хочет, чтобы мы стояли. No matter where you are, outside or inside. Не важно, где бы вы ни находились, в церкви или за церковью. Praying for God's power. Чтобы мы всегда, когда имели возможность, молились за Его силу. And the Lord's Holy Spirit. И за Духа Святого. To birth. Чтобы так родить. What He has for your city. То, что Он имеет для вашего города. For your lives. Для ваших жизней. For your families. Для ваших семей. For your parents. За ваших родителей. For your children. Для ваших детей. For your politicians. За ваших политиков, депутатов. For your pastors, priests and ministers. Для пастыров, служителей. Your children. Ваших детей. Your children's children. И ваших внуков. And your children's children's children. И ваших правнуков. So please, пожалуйста, don't lose hope for God. Не теряйте надежду в Боге. And know that He always loves you. И знайте, Он всегда вас любит. No matter what, no matter what, no matter what. Не важно, что происходит вокруг, Он вас любит. He loves you. Он любит вас. Amen. Amen. Hallelujah. If he could love me. И он любит меня тоже. Trust me. Доверьтесь. He can love anybody. Он может любить каждого. Даже и меня, говорит. I love you with all my heart. Я вас всех сильно люблю, мой народ. God bless. Бог благословит вас. Amen. Сьюзен, так. Очень большое спасибо Анатолию, так послужил нам, слава Богу. У него сейчас пересыхает горло, он лечился после ангины и помог, так здесь выручил, слава Богу. Слава Богу за это. Знаете, мы с Анатолием путешествовали, и было очень хорошо вместе путешествовать в Норвегии. Я так полюбил его гораздо больше, чем раньше, и мне очень хорошо. Я так счастлив за церковь, за наших братьев, сестер, за служителей, за всех, кто служит и делает что-то для Иисуса, и вообще за всех нас, кого Бог избрал. У нас сегодня будет причастие Господне, но оно будет попозже. Я очень попрошу брата вот Анатолия Соколова, Сережу Сосенкова и других Анатолия помочь. Мы будем служить друг другу. Но сейчас у нас еще есть два важных слова, свидетельства. Они будут короткие, но важные. Я хочу вам представить брата Ленарда, Ленард Йенсен, который, помните, рассказывал, он уже в возрасте, ему 65 или 66, но он 7 лет служит Господу. И вот они занимаются вот этим яхтингом, вот эти гонки на яхтах, и проповедуют о Христе. И, может быть, что-то он скажет, что в его сердце, и что Бог ему дал. Он сказал, всем в 5 утра проснулся, у него это в сердце. Just welcome, brother. I will give you mic. Он хочет побыть внизу, и поэтому... Welcome. Welcome. So... О, Господи. My parents told me. Его родители рассказывали ему. That Russians are cold. Что русские люди это холодные такие, черствые люди. But I know how warm they are. How warm. А я знаю теперь, как они теплые, какие вы теплые и гостеприимные. So you have to prove that. Поэтому вам нужно теперь это доказать еще раз. So I want you to give now. I want you to give your neighbor a hug. Хочу, чтобы вы сейчас доказали и обняли своего соседа. Вот так вот. Ну-ка, давайте-ка благословитесь. Are you warm?
Вы добрые? Oh, lovely, lovely. О, чудесно, чудесно, lovely, чудесно. Lovely. Слава Богу, слава Богу. I believe, я верю, that God has told me a thing that I shall give you now. Что то, что я вам скажу сейчас, это Господь мне сказал. And he has been very consistent about this. И Господь очень сильно озабочен этим словом, которое он мне открыл. I understood first when you pray for me and for us. Когда вы помолились за нас и за меня, that it was now I should say. Я понял в этот момент, что я должен сейчас сказать это I слово. I haven't understood that before. Я до этого не был уверен, что я должен сегодня сказать And listen это. Carefully now. Сейчас, пожалуйста, послушайте, друзья. When you follow Jesus, когда вы следуете за Иисусом, led by the Holy Spirit, и руководимы Духом Святым, and do what the Holy Spirit tells you. И делаете то, что Дух Святой говорит вам делать, совершаете. God's glory, Божья слава, will come out from you. Тогда будет исходить из вас. Yes. Да. And it can be like this. И это может быть таким образом. That you are buying some things in the shop. Например, что вы покупаете что-то в магазине. Butter, bread, something. Масло, хлеб, молоко. And when you stand close to the cashier, и когда вы находитесь близко рядом с человеком, который на кассе работает, you shall give her some money, даете ей какие-то деньги, you touch her hand, и вы дотронулись случайно до ее руки, and she drops of the where she is sitting, она может даже почувствовать, because of the power of the Holy Ghost, силу Божию на себе, что может быть даже это ее коснется, может быть ее даже качнет от силы Божьей. You don't believe me now. Вы, может быть, сейчас не верите мне в это. But it will happen. Но это будет происходить. It can be so that the lady behind you. Это может быть так произойти, что женщина, которая стоит за вашей спиной в очереди. Or the man behind you. Или человек, мужчина. He turns his wagon too close to you. Он слишком близко свою эту тележку с продуктами близко к тебе подвезет. So he takes his hand and puts it on your shoulder and say, "Excuse me." И скажет тебе, когда толкнет тебя, скажет, ой, извини меня, и коснется твоего плеча, скажет, ой, извини. And drops to the floor. И может такая сила Божия сойти, что он даже на пол опустится. Because you have the Holy Spirit. Потому что Дух Святой ты имеешь в себе, и он может так проявиться. This is true. Это истина. When we Господня сила здесь, кстати. I feel the Lord touching somebody's knee now on the left. I just said it. Господь касается чего-то левое колено сейчас, и просто мы принимаем исцеление во имя Иисуса. Аминь. Сила Господа здесь. Господь здесь. Аллилуйя. Yes. Слава тебе, Господь. To win a world championship in sailing. Когда они победили Кубок мира, ну, стали чемпионами мира по яхтингу. You need to practice a lot. В 82-м году, или нет, в каком-то году, то им нужно очень было много тренироваться. Очень. It's the same with God. Но точно так же должно быть наше отношение к Богу. If you want to follow Jesus, если хочешь следовать за Иисусом, led by the Holy Spirit, и быть руководимым Его Духом Святым, водимым Духом Святым, you have to obey, тебе нужно обязательно послушаться, when the Holy Spirit tells you, повиноваться, все делать, что Он хочет. Go to that man, подойти к тому человеку and tell him that Jesus loves him, и сказать ему, что Иисус любит его, and he has a plan for his life. И что у Бога есть план для его жизни. Now he says one thing more. И еще одна вещь, Господь мне говорит, я должен сказать. The more you obey, чем больше вы повинуетесь, and the quicker you obey, и чем скорее вы исполняете то, что хочет Бог, he will turn on the volume. He will turn on. Он увеличит тогда громкость. You will hear him louder and louder. То есть вы сможете услышать яснее Господа и яснее, быть ближе и ближе с Ним. And you will be happy all the time. И вы будете счастливы всегда. Thank you. Благодарю вас за это. Thank you so much. Thank you so much.
Слава Богу за эти драгоценные слова. Он сказал вчера на евангелизации, что то, что они победили, взяли кубок мира, он сказал, что это ничто теперь по отношению с тем, что он познал Господа. И поэтому я этим самым хочу сказать, что воздаю Богу славу. На его яхте написаны слова «Иисус», Jesus for life, это значит Иисус для жизни. И на парусе огромный крест. И все гонки, и все соревнования, которые имеют, все видят, что крест, христианский крест, тоже свидетельство, слава Богу. И теперь у нас есть еще один брат, брат, который был музыкантом всю его жизнь, больше 50 лет играл на ударных инструментах, 55 лет. Он с нами. И он скажет тоже коротко. И он привез нам пару дисков, их концертов. Это видеодиски. И он попросил включить пару песен. Почему? Чтобы, я сказал, мы можем включить это в зале. Он говорит, да. Они предлагают, чтобы в дальнейшем, может быть, даже сделать концерты христианские, пригласить народ послужить. Поэтому, welcome, dear brother. Yes, okay. Слава Богу, приветствую. Hello, my name is Bengt Stoner. Bengt. Bengt. I will tell you a quick story about my life. Историю о моей жизни. I've been traveling around the world with different bands and artists. С разными артистами и музыкальными группами. For about 40 years. Он путешествовал по всему миру в течение 40 лет. And I have played the drums 55 years. И он играл на барабанах 55 лет, как я сказал. And I'm now 63. И теперь ему 63 года. Yeah. But. Но. I'm only 5 years old. Только 5 лет мне всего, как я родился свыше. Yeah. I'm 5 years old. Он говорит, как ребенок, мне только 5 лет. I have 2 birthdays. Он говорит, у меня 2 дня рождения. Because 5 years ago I met Jesus. Потому что 5 лет назад он встретился с Господом Иисусом Христом. And I had before a very good life. А перед этим у него хорошая была жизнь такая. Ну, успешно. And I was in a gospel concert. Но он был на евангельском концерте, gospel music. And I can say it was the 23rd of April. Это было 23 апреля. Half past eight. Половину восьмого вечера. Then I met Jesus. И я встретил Иисуса там. Yeah. Hallelujah. And it struggled me. Это, говорит, захватило меня. With a big hammer, как, like this. И ударило как будто большим молотком. And who can explain it? I can't. Не могу это объяснить. Не знаю, как объяснить. It just happened. Это просто случилось. And from that day, и с того дня, the life was so much better. И жизнь стала настолько лучше. And can you believe that you get a chance to be born again. Можете ли вы поверить, что если у вас есть шанс, возможность возродиться к вере, то есть стать новым человеком во Христе? And all sins that you have done. И все грехи, которые я сделал, друг, and уходят. All shit you have done in your life. И все, что ты плохое сделал, уходит, друг. Jesus took on the cross. Взял на крест все это плохое. Yeah. So you can start again from И теперь scratch. Тебе начать жить совершенно заново. Yeah. Это так здорово. So I say it again. Поэтому я сказал, говорю это опять. Give Jesus a chance. Дай Господу такую возможность. If you haven't found him yet. Если ты его не нашел, дай ему шанс найти тебя, спастись во Христе. Because ты будешь совершенно другим. He loves you. Потому что он любит тебя. Yeah. And that love. И эта любовь. It's so huge. It's so big. Это такая огромная, великая. So you can't explain it. Что невозможно выразить. Thank you. And another thing, now I only play for God. Теперь я играю только для Бога. All other kind of music, I say no. Все другой музыки я сказал нет. So I travel in Sweden, Norway, and all around. Поэтому теперь он путешествует в Швеции и других местах. In concerts. С концертами. Yeah. And but. Но. In that concert, в этом концерте there's no money. Там нет никаких денег, они делают это просто для Бога. So we live also. Поэтому мы должны также жить. So that's why I work with Estonians since 10 years. Поэтому я работаю в Эстонии где-то в течение 10 лет. Ну, yeah. We produce houses, house models. Они производят дома, строения. Yeah. In Viljandi. Viljandi строят жилища. So I've been here for about 10 years. И поэтому в течение 10 лет он приезжал в Эстонию.
And I also have a lot of friends in Tallinn, Viljandi, Pärnu. У него также много друзей, естественно, в Пярну, Виленде, в Таллине. But I haven't got so close friends. Я не имел таких близких друзей. In 10 years. 10 лет. So I got here for 3 days. Который я получил здесь за 3 дня, когда в Нарве. As Sandra says. My heart will beat for Narva. И поэтому теперь, как сказал другие тоже, что мое сердце теперь бьется для Нарвы, стучит. And I will also tell my church, we are 3,000 members. Я расскажу тоже с моей церкви, в их церкви 3,000 членов церкви. In Gothenburg. В Готенбурге. And I will also tell them to pray for Narva. И теперь я тоже расскажу им, чтобы они молились за Нарву, молились за вас. Спасибо. Thank you. God bless you. Да благословит вас and Бог. God bless this man. Бог благословит этого человека. He's doing a great job. Что он делает Божье дело, Божью работу. Thank you. Слава Богу. Спасибо.